дети, инвалиды, они изолированы от окружающего мира и от вообще повседневной жизни, скажем так. Они изолированы как психологически, так и физически. Комплексов море на самом деле. Стесняются, они боятся выходить вообще из дома. Эти площадки детские – это очень хорошее дело и большой шаг к развитию. Инвалиды не должны сидеть дома. Если они будут расти с детьми, здоровыми, вот так скажем, не будет, они не будут видеть разницы. Такой же человек, как и мы, что обычно. Это надо все закладывать в детстве. Я считаю, что это очень, очень достойно и правильно. Компания «Макдоналдс» и фонд «Дома Роналда Макдоналда» начинает строительство новой безбарьерной детской площадки в Москве на ВДНХ. Я поддерживаю эту инициативу и попрошу вас поддержать меня, поделившись этим видео и посетив детскую площадку.